презентация книги. Я не знаю, видели ли вы эту книгу или нет. Она действительно прекрасная. Замечательные фотографии Александра Гуляева. И книга написана Владимиром Шклером. Представляю его вам. И чудесного вам дня. Спасибо. Видео. Добрый день. Немножко непривычно мне говорить, потому что я привык выражать свои эмоции телом, жестом, делать это исключительно на сцене Мариинского театра. Мне очень приятно, что вы все пришли. Спасибо огромное отелю «Астория» за то, что мы имеем возможность встретиться здесь еще раз. Не буду долго говорить, потому что я не умею это делать. Хочу сказать огромное спасибо Саше Гуляеву. Саша, давай сюда. Как написано в этой книжке, что жизнь — это действительно скорый поезд, который мчится с невероятной скоростью. И для меня огромное счастье, что на своем творческом пути я встретил такого человека, как Александр. Очень много карточек, картинок, фотографий. Уже думала, мы просто валились полки. И поэтому один раз, сидя в буфете Мариинского театра, мы решили как-то это все-таки вынести на большую публику нашей совместной работы, потому что, ну, мне кажется, что это уникально, это удивительно. И второго такого человека, второго такого профессионала, как Александр, лично я за то время, пока я работаю в театре в Мариинском, это 14 лет, я не встречал. И поэтому мне очень приятно, что мы нашли возможность это воплотить в жизнь. И я очень надеюсь, что эти фотографии не оставят вас равнодушными, потому что порой мне кажется, то, что делал Александр, это невозможно поймать, запечатлеть именно тот момент, ту эмоцию, ту какую-то искру. Это просто невероятно. Не хватает слов выразить все те эмоции, когда я просто вот так стоял, и я говорю: «Саш, как ты это делаешь?» Я не понимаю. Поэтому еще раз спасибо огромное Александру. Спасибо огромное всем вам, что вы пришли и что вы здесь. Спасибо. Зачем ты так много хорошего принес? Мне вообще приятно просто в Россию приехать, да? Ну, а тем более еще и книгу сделать здесь. Я не хочу, чтобы... Он работает, или? Может, он не нужен, да? Нужен, да? Я не хочу... Да, я тебе только одно могу сказать, я хочу сказать. Ну, ты вот так много про меня сказал хорошего, ну, классно, конечно, я рад. Но вот то же самое касается и тебя, понимаешь, да? Потому что если не интересно, то никогда ничего не сделаешь. А с тобой было очень интересно. И сравнивать тебя ни с кем не хотелось. Ну, для меня это очень важно, потому что не похож ты ни на кого, никогда не был похож. И кажется, ты так для тебя, как первый и последний. Это всегда впечатляло, это всегда настраивало на правильный лад. Не так, в общем-то, просто с самолетом в Мариинский театр прибежать. Еле-еле получить разрешение и за два часа сделать что-то приличное. Сразу сесть на самолет, так что, в общем-то, всегда волнение. Ну, вот, связано с тем, что это все так молниеносно. Если ты промазал, то все, больше ты меня не позовешь. Ну да, серьезно. Оно и есть. В общем, я-то тебе говорю огромное спасибо, потому что здесь люди, которые тебя знают больше, чем меня, поэтому я тут так вот в гости приехал. Я тебе говорю огромное спасибо за то, что ты можешь
Я не буду много говорить, но это правда, но достаточно этого. Тебе спасибо. Тебе. Вот. И я рад, что тебе нравится, я рад, что ты это сделал. Ты, в общем-то, был со мной инициатором, на тебе все это держалось. Так что, Володя, ты очень хороший танцовщик. Спасибо. Я сейчас волнуюсь.